Казахстанские фермеры требовали сегодня отставки министра сельского хозяйства и просили найти на место Ербола Карашукеева более грамотного менеджера. Причем свое требование представители крестьянских хозяйств из разных регионов страны озвучили лично главе Минсельхоза. Говорят, нет больше сил терпеть последствия летней засухи, а поддержки от чиновников не хватает. Вам нужно уйти с должности, а на ваше место найти хорошего специалиста, который болел бы душой за народ. Вы не обижайтесь, но народ в Мангистау злится на вас. Никак не удовлетворен вашей работой. Наша цель, чтобы вы ускорились и поддержали регион. Осталось всего 2 месяца зимы. Помогите нам выжить. Если сравнивать с прошлым годом, то в Мангистау осталось лишь четверть скота. И я не совру, если скажу, что остальное поголовье погибло, либо было продано в Актобе и Уральск. Фермеры требуют нового пересчета погибшего скота. Заявленную цифру в 1700 голов они считают заниженной. Жалуются и на высокую стоимость кормов. Самое дорогое сено в Мангистауской области. Если так пойдет дальше, за зиму в регионе погибнет оставшийся скот. Крестьяне просят чиновников срочно вмешаться и что-то сделать с ценами. К слову, выяснилось, что не все из них знают о существовании субсидий, а кто знает, тот мучается с огромным количеством документов. Не устраивает фермеров, что многие изменения вносятся в законы без учета их мнения. В Министерстве сельского хозяйства визита тех, для кого там работают, конечно, не ждали. И уж тем более министр не планировал услышать требования своей собственной отставки. Но, тем не менее, критику спокойно выслушал и пообещал разобраться. 5 января мы отправим комиссию вместе с депутатами. Решим также вопрос и с финансированием, но уже с Министерством финансов. Но перед выездом нужно встретиться в Zoom и еще раз обсудить все темы.